Всем здорово, мои друзья, с вами Спикер, и мы на Forest Arena. Уже третий день выживаем на арене, и сегодня у нас наступает утро. Сегодня будет утренняя битва, сегодня будет маленькое обновление на карте, и сегодня будет, как всегда, полный трэш. Ну что, друзья, устраивайтесь поудобнее, берем уже вкусняшки, берем уже снаряжение, и сегодня я, наверное, одену самую крутую броню в The Forest. Мы сегодня оденем вот такую броню, это реально самая... Самая офигенная броня. И сегодня как раз мы это дело и проверим. Так, закроем дверь и возьмем шлем. Мне кажется, уже не влазит. И сейчас мы ее реально, друзья, оденем. Ох ты, да. Вот это реально крутая броня. Интересно, как я выгляжу в ней? Очуметь. Это реально круто. Хорошо, мы, наверное, сегодня поедим. Сейчас покушаем и возьмем уже всю остальную атрибутику. Возьмем пепсико, возьмем шоколадки, тоже пригодится. Если броня у нас исчезнет, сможем попитаться и сможем восстановить силы. И сегодня, друзья, возьмем снова все виды оружия, которые нам понравятся, которые тоже не понравятся, тоже берем. Катанку обязательно. Возьмем современный лук, топорики нам тоже пригодятся. Разновидность топориков тут реально много. Так, вот такой топорик я уже взял. Возьмем, конечно, теннисную ракетку, ледоруб и, в принципе, все. И как раз нужно будет еще набрать пару десяток стрел. Так, все, максимум это максимум. Что у нас есть еще? Есть алкашка, тоже наберем, травки возьмем. И, конечно же, есть таблетки, которые уже много таблеток у меня. В принципе, шоколадки тоже много влазит. И там уже на арене я слышу кричат. То есть сегодня будет ждать нас полный трэш. Как и всегда. В принципе, я все взял. Возьму еще на всякий случай копье. Как настоящий спартанец, мы берем копье, берем меч. Вот такой меч спартанский еще. Это мачете. И как раз возьмем на всякий случай пистолет. А патронов к нему как раз у меня и нету. Но не беда, у нас, в принципе, есть другие снаряжения. И нам, в принципе, сегодня... Я не вижу у себя динамита. У нас, в принципе, есть на арене динамит. И там как раз его и возьмем. Ну что, друзья, мы спускаемся. Давайте же выйдем на арену и посмотрим, насколько сегодня будут кровожадные наши враги и насколько будет сегодня сложно. Ну что, погнали. Наступило утро, и мы подходим к нашей арене, друзья. Теперь я сделал двое ворот, которые можно сперва открыть, зайти, и потом еще раз зайти и открыть. То есть наши мутанты не убегут, но там, кажется, полный же скач начинается уже. Мы, конечно, возьмем бензопилу. Вот что у меня нету, друзья. Ну а что, берем, наверное, самое тяжелое оружие. Нет, самое быстрое. И открываем двери. Майга, сколько их там, и все гасим. Маленько FPS, конечно, просел. Но если бы помощник компьютер, конечно, было бои гораздо масштабнее. Их тут слишком много. Хо-хо-хо. И обалдеть, все бегут ко мне. С добрым утром, вы, походу, голодные с утра. О, с немножко еще, вот это жесткий. Сегодня жесткий денек. И тут слишком много сегодня. И полез наверх, держим бронь. Кстати, бронь уже одну вынесли. Нужно поджигать. Это дело нужно поджигать, все трясется, меня просто сбивает с ног, но пока что наша бронь держится. Обалдеть, он всех сбивает, все в крови. Но нужно кого-то гасить. Кажется, уже дыхалка не выдерживает, и я просто уже не могу выдерживать. Вторая броня просто полетела. Что-то летает сверху, что-то летит вверх, я даже не понимаю, что происходит. Меня просто жестко гасит. Нет, нет, осмелёшь по гору, все гасит. Я пока что просто держу бронь. Бронь, и нужно дело поджигать. Давай, давай, друг мой, поджигай скорее. Тут у вас толпа. Ах, туда, гори. Гори, гори в аду. Меня все-таки снесли, и три брони уже нету. Это самая крутая броня. О, сколько там мяса, друзья. Давай, давай, детка. На, держи. Обалдеть. Осьминожку, осторожно. Как он всех раскидывает. А там сгорело довольно много чуваков. Некоторые просто валяются. Да, здоровый мутант их раскидывает. Сейчас разберемся. Реально только удержишь блок и все. Нету просто возможности контратаку провести какую-то. Черный. Обалдеть. Один костерчик, и многих мы сожгли. Держим блок. Нет, против него, конечно, блок не спасает. Сегодня, походу, доброе утро наступило. Там еще мясо, мясо, мясо. Прыжок. Давай. Оп. О, ушел все-таки. А другой чувак меня решил все-таки накостылять. Нет, 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 против этого монстра я не пойду, конечно, против катанки. Нужно намного что-то посерьезнее. А посерьезнее динамита у нас, конечно же, есть. Зажигай динамит. Зажигай динамит, и как раз нужно бросить куда-нибудь вон туда, к нему. Мне кажется, будет взрывать в угол. Оп, не успел, меня просто впечатали. Впечатали, меня, походу, будет рисовать. Нет, я ушел. Мне нужен, по идее, динамит. Обалдеть. Доброе утро сегодня прошло довольно бодро.
Так, тут, по идее, есть бензопила, и можно ее взять. Так что заводим, и давайте, друзья, рубить! Ох, понеслась, жара! Сейчас мясо пойдет. Он меня аж прыгнул. Ох, как он... Словно грушу сбил. Чувак даже висит, словно космики. Ну хорошо, не ходить по-хорошему будет по-плохому. Поджигай! Нет, не успел поджечь, меня просто снесли с ног. Обалдеть, он прыгает еще. Словно какой-то рестлинг получился. Слушайте, он даже не в крови весь. Нет, 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 вот, вот, поджигай, поджигай. Я знаю, брони у меня много. Поджигай, ох ты да, гори. О да, жесть. А ночью смотреть намного уже шикарнее. Руби всех, кого увидим. У нас есть копье. Как настоящий спартанец, мы возьмем копье и сейчас бросим, оп, держим. Он еще живой. Конечно, было бы изящнее, если бы он сразу сдох. Он горит, он сгорел просто. Я даже его не добил, друзья. Но остался, кажется, последний мутант, и у меня есть, по идее, динамит. Да. Давай же, против один над один. Нормально. Сейчас будет потеха, давай же, зажигай, зажигай. Это остался последний, и сейчас будет что-то. Это словно какой-то бык, и я словно сегодня Тора. Да. О, сколько мяса! Только ненужное мясо разорвалось в клочья. Поджигай. Нет, все-таки сбил. Не успел я, дыхалки мне не хватило буквально чуток. А я поджег и бросаю куда-то не в ту сторону, как-то поверху бегает, обалдеть. Что за читерские уловки? Кстати, сегодня бронь хорошо меня спасла, но FPS у меня проседало довольно жестко. Ого, заходит прям в амбар. Сейчас в амбаре получишь. Хедшотик, да. О, обалдеть, сколько там мяса, сколько крови, жесть. С добрым утром, конечно, я вам скажу. Это был последний, как всегда, большой монстр остается напоследок. Мы уничтожили этого большого монстра тоже, и можно брать броню. Но, по идее, мне не пригодится. А хотя, друзья, если выходить в продолжение, прямо сейчас можно это устроить. Мы можем выйти из арены и снова зайти. Столько жизни и столько брони у нас будет, и снова будут мутанты. Давайте же устроим снова раунд второй. Если вам понравится, больше будет лайков и больше комментариев, то буду делать по два раунда. Давайте же посмотрим на второй раунд. Выйдем отсюда. Мы отсюда выходим и закрываем. Второй раунд начинается, друзья. Мы одеем на все-таки броню, потому что у нас слишком будет много мутантов. И вот с такой броней мы пойдем уже комбинация. О, спокойно. Он меня тоже встречает. Заходим туда, поджигаем динамит, и меня сразу встречает просто в харю. Он только не тому дал в харю. Меня сбивает с ног. Ничего страшного, здесь делаем братскую магию. Их тут много, уходим, уходим. Ох, да. Просто всех разнесло. Только, конечно, здоровый мутант еще остался. Сколько вас тут? Сколько здесь трупов от первого раунда? Обалдеть. Сейчас будем добивать по одному. Можно взять такой мачете и рубить их. Ребята, сейчас будем вас рубить. А ну-ка, буром поджечь и держать блок. Получится это дело? Если что, буду на будущее знать. В принципе, так, держит блок и поджигает. Да-да-да, поджигайся. И просто в костер его, да, в костер. Нет, он прошел через костер и не поджегся, поджигайся. Какой-то кусок мяса полетел вверх. Это какая-то груша. Черт, меня сбивает с ног. Но у нас есть еще бронь, так что все в порядке. Тут, по идее, есть динамит. Тут у нас костер. Есть костерчик, а может, кстати, и кого-нибудь поймать прямо вот сюда в ловушку. Но долгие, кстати, ловушки стали долго делаться, и поэтому они не очень эффективны стали. А у динамита у меня тут нету. Сколько здесь трупов полегло? Обалдеть, осталось только один абориген, и остался большой мутант. Ну, в принципе, можно из лука пострелять, похедшотить маленько, и давайте же начнем. Ух, держи в стрелку. Нет, можно, в принципе, эту снять, чтобы она не мешала. Получится, не получится, просто издалека. Оп. Обалдеть, прям в глаз, обалдеть, реально было круто, мне понравилось. Так, еще разок, нужно пробовать еще раз дубль, держи. Нет, маленько вверх и попробуем. Ну, в голову попал, ну, конечно, нужно еще раз, наверное, в голову попасть, это мной мутантом. Уходим, уходим, какой-то быстрый. Как же он так быстро поворачивается и просто сбивает нас с ног. Обалдеть, сколько здесь трупов. У нас, по идее, нет динамита, бронь пока выдерживает нормально. Но я вижу, у меня, кажется, есть заражение крови, и нужно как-то... Бьет эту грушу, словно подлетает. Давай, прям в задницу, прям в задницу. Сейчас раскидаем эти стрелы, просто в задницу еще раз. Обалдеть, мы эту задницу все-таки положили. Сколько стрел втыкается в него. Друзья, это был второй раунд The Forest Arena. Увидимся уже в других роликах. Спасибо, кто смотрел, кто болел. Всем удачи и всем до новой ходки. Всем пока.